Иона, я приближаюсь ко входу в шахту. Учу говорит, он у края горы. Он послал повстанца открыть его. Спасибо. Ну вот. Тут надо поосторожнее. Я на месте. Унурату только что ушла с Хаканом. Когда откроешь ворота, она будет готова. Takanikatale, Janujantala Suktal Jetel Ukil El Kiko. Walkila, Shena Choabah. Malo bin Lak. Я на верном пути. Осторожно. Еши пальчуко соок валтан. Так бела мама. Маука туя, тушкутак куба, лекушун макро. Сахола ле нонох. Вале мишбалу белал. Янкоксик туйоле кукулкан левехо. Минха? Минма? А? Минмаскабе, тану кастик, каат аскиктел. Tuxu, a puxiga le su cova. Choco. Кажется, место то самое. Вот эти-то ворота и нужно открыть. Ugh!
Теперь надо открыть ворота. Нет места. Ничего не могу взять. У меня нет столько места. Нет места. Ничего не могу взять. Нереально. Больше я не унесу. Шокол! Каламбил! Мама! Учо! Уведи его! Иона. Как там Эцли? Нормально. Они его вытащили, но Унурату взяли в плен. О, нет. Ты в порядке? Да. Я пошла за ларцом. Не знаю, сколько времени это займет. Делай, что должна. Спасибо. Глаз змея. Точно. Thank you.
Другого выхода нет. Ну ладно. Кажется, там внизу храм. Чья это работа? Их сделали не Майя и не Инки. Здесь высоко, но я могу спрыгнуть. Thank you.
Они принесли в великий храм священный предмет. Ларец Ишчель. Он... Что это было?
Тут развернулась грандиозная битва. Надо пробраться за преграду. Как будто она нужна, чтобы не выпускать людей отсюда. Галеон? Как он попал в эту пещеру? Фальконет на месте. Может, это путь внутрь? Thank you.
Нужно добраться до ящика. Черт, не двигается. Надо освободить стрелу. Слишком далеко, не дотянусь. Надо повернуть стрелу.
Теперь я могу добраться до ящика. Узнать, что хранил капитан. Бежать с корабля. Мы недооценили туземцев. Хитроумные ублюдки. Рассказали нам про пещеру, полную золота, и привели нас в западню. Там было полно чудовищ. После ожесточенного боя нам удалось их отбросить. Те, кто выжил, погрузили на корабль все ценности, которые удалось найти. Наверное, в ходе боя стены пещеры ослабли, и когда мы пытались выбраться, они обрушились. Я даже сейчас слышу, как они раскапывают завалы.